Это особый период. За это короткое время Иисус Христос познал цену человеческой любви и предательства жизни и смерти. В начале недели он въехал в Иерусалим, в середине был схвачен и предан страданиям, в конце распят. По преданию, завтра, Великий Четверг, состоялась тайная вечеря, после которой Иисус был предан и передан в руки римских солдат. Начинается воспоминание с Великого Четверга, когда Господь, совершая Пасху со своими учениками, установил важнейшее для всех православных христиан и для православной церкви таинство святого причастия. Поэтому в четверг, накануне Пасхи, в день воспоминания Тайной Вечери, все православные христиане стремятся подойти к таинству святого причастия, поучаствовать в этом воспоминании. Вечером в четверг во всех православных храмах будет совершаться богослужение, которое называется «Воспоминание страстей Господних». В этой неделе соблюдается особо строгий пост. Свой рацион рекомендуется ограничить водой и хлебом. Однако, по словам священнослужителей, самое главное не в этом. Если говорить о том, что запрещается, совершенно четко и однозначно запрещается забывать о Христе. Он в центре нашего внимания, Он за нас умер, Он лежит в гробе, Он для нас воскреснет. И именно в этом суть праздника, а не в каких-то вкусностях.